Нет, друзья. Вот вы только посмотрите. Это вот такой сегодня у нас пролив Солон. Я даже думаю, что, наверное, ветер такой, что моих комментариев вы не услышите. Но вот я не снять эту красоту не могу. Посмотрите, какая прелесть. Знаете, я вот, кстати, не видела. Так, это, конечно, не буря в океане. Но, тем не менее, вот вы знаете, для Англии это... Для нашего спокойного, тихого пролива Солон это вообще, конечно, такое зрелище. Весьма необычное, друзья. Смотрите, как интересно. Наверное, кстати, какая пена. Так классно, посмотрите. О, боже, прелесть. Не видела такого пролива. Не видела, честно вам скажу, друзья. Смотрите, что. Волны кругом. Ой-ой-ой. И вот она, морская пена. Откуда она взялась? Морская пена. И где у нас Афродита? Ей холодно, Афродите-то. Выходите с такой морской пеной. Я шучу, друзья, но все равно вот этот балдеж. Не могу вам не снять. Такая пена, как будто кто-то, вы знаете, стирает белье. Откуда она берется? Вот опять вот этот мой сумасшедший видеосюжет. Хотелось бы, чтобы вы услышали что-то помимо ветра. Ну, очень классно. Февраля. Да, я опять возобновила свои прогулки по нашему, мне хочется сказать, по нашему ледовитому океану, потому что он, ну, точно ледовитый. После Таиланда, после этого прекрасного теплого Сиамского канала, Сиамского залива, моря, океана. Наш вот этот вот, конечно, атлантический, именно в Англии, друзья, это, в общем, конечно, холодрыга. Холодрыга. И вот она, друзья, опять. Я вам уже показывала немножко, но не настолько сильно расцвевшую вот эту чудную мимозу. Посмотрите, друзья. Мимоза. Мы поздравляем своих женщин с 8 марта вот этими цветами, самыми первыми. Ну, прелестно просто. Ой, ну как мне нравится, друзья. Ну и здесь же, тут же, так как я приехала на свое обычное место, вот этот вот отель, помните, я вам рассказывала, который продается. Он все еще продается, уже 5 лет, друзья. Как жаль, он развалится скоро. Ай-яй-яй. Хотя он, этот отель, друзья, когда-то, он, конечно, знавал лучшие времена. И вообще архитектура мне его очень нравится. И вот, вот здесь вот я вам не показывала, вот это вот такая вот терраса. Это здесь у них было кафе когда-то, когда это все работало. Смотрится. Ну, наверное, все-таки со временем его кто-то купит. А может быть, даже, вы знаете, купит для того, чтобы
переделать под флеты. Флет.